магическими товарами в землях Альтмера. Среди Альтмеров есть могущественные маги. Ситуация может стать опасной. Береги себя. Несмотря на плохое состояние построек, здесь поразительно, правда? В дни своего рассвета Ниналата, должно быть, была воистину великолепна. Не волнуйся, друг мой, на этот раз мы на одной стороне. Умбакана хочет, чтобы мы вместе провели его через Ниналату. Неприятная встреча для нас обоих. Но, как я уже сказал, это всего лишь работа. Никаких трагедий, я надеюсь. Наш с тобой общий наниматель редко говорит всю правду, но платит очень хорошо. Не то чтобы я давал совет одному из моих конкурентов. Прощай, друг мой. А вот и ты наконец-то. Я точно знаю, где находится тронный зал. Тебе нужно просто доставить меня туда в целости и сохранности. Веди!
Я! Я! Вот оно, все, как и описал Саркалин. Иди за мной. Афаурель, етамрель, тельдевой, ан арпен аран тарнабай. Вот трон последнего короля Айлейдов, и мне выпала честь возродить нашу древнюю славу. Авсуна Тамрель, Арктовой, Ан-Арпен Аран Малабуру. Ты думаешь, я под впечатлением? Последний раунд остался за тобой. Я восхищаюсь твоей отвагой. Плачевный конец выгодных взаимоотношений. Где мы найдем еще такого клиента? Я задаю себе вопрос, как он мог так просчитаться? Похоже, эти древние эльфы были совсем не рады видеть его, вопреки всем его ожиданиям. Прощай, друг мой.
Привет. Это благодаря тебе церковь спасена от злонравного древнего короля Айлейдов, не так ли? Отлично. До свидания. Приветствую. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Умбакана не должен завладеть короной Ниналаты. Береги себя. Здравствуй. Чем могу служить? Салют. Тебе не приходилось видеть? Открыл. Оу! Тебе удалось убедить Герминию Цинну расстаться... Что я могу для тебя... Еще увидимся! Ах, да! Айлейдская корона у тебя? Ах, потрясающе! Это величайшая награда, то, о чем я мечтал! Только подумать, я держу в руках ту самую корону, которая некогда красовалась на главе последнего короля Айлейдов.
те времена даже один взгляд на нее означал немедленную смерть для любого из представителей низших рас. Я вновь благодарю тебя за твои старания. У меня есть еще одна задача для тебя, если ты все еще хочешь встретиться с опасностью. Я хочу завершить свои исследования, касающиеся последнего короля Айлейдов. Для этого мне необходимо добраться до тронного зала Ниналаты. И хотя я сам способен постоять за себя, я думаю, твоя помощь в такой экспедиции будет неоценима. Твоей наградой будет все, что ты... Трон... Хорошо. Через 3 дня. Не опаздывай. Помни, я жду тебя в Ниналате через 3 дня. Ты, похоже, проныра. Вот оно. Все, как и описал сэр Калин. Иди за мной. Афаурель, етамрель, дельдевой, ан арпен аран тарнабай. Вот трон последнего короля Айлейдов, и мне... выпала честь возродить нашу древнюю славу. Авсуна тамрель, арктовой, ан арпен аран малабуроу. Поднимись, мой народ. Возрождение Тамриэля начинается сегодня. Умри! Думаешь, я подпишу? Я! Осторожно! Не волнуйся, друг мой. На этот раз мы на одной стороне. Неприятно? Я и не подозревал, что Умбакано может задумать такое, мягко говоря, нехорошее дельце. Похоже, он был столь же безумен, как и богат. Прощай, друг мой. Приветствую. Что новенького? Ожидание было томительным.
Надеюсь, твоя экспедиция оказалась более успешной, чем моя. Я проводил исследование в пещере Ежевичная поляна, но неожиданно на меня напали. Я схватил, что успел, и побежал, но, боюсь, выронил свои записи. Эти записи очень важны для меня. В них результат моих трудов за 10 лет. Если бы ты смог найти их, я бы щедро вознаградил тебя. Ну, если тебе так нужно знать, я изучал велкинские камни. Да, кристаллы зеленовато-голубого цвета, которые обычно встречаются в айлейдских руинах. Похоже, я первый, кто нашел их растущими в естественной пещере. Пожалуй, больше мне рассказать нечего. В пещере Ежевичной поляны водятся самые разные твари. Надеюсь, я с ними больше не повстречаюсь. Безопасных тебе путешествий.
Приветствую тебя! Ты видел дриугов? Мы зовем их... Билли, не знаю почему, но лучше держись от них подальше. Да, так говорят. Слыхали? Надеюсь, твоя экспедиция оказалась более успешной, чем моя. Потрясающе! Просто потрясающе! Я уже боялся, что ты никогда не вернешься. Я рад, что ошибался. Как и обещал, я готов отплатить тебе за труды. Береги себя, друг мой. Это великолепно. До свидания.